Всем привет, с вами снова Азат, вы находитесь на канале Автосправочная. Ранее я уже неоднократно рассказывал о том, что в России на сегодняшний день при соблюдении ряда условий оформить ДТП и получить выплату по ОСАГО можно без участия автоинспекторов. Речь идет о механизме, который получил название условное «Европротокол». Для того, чтобы можно было оформить ДТП по Европротоколу, не вызывая ГИБДД, необходимо соблюдение одновременно четырех условий. Первое условие – это то, что участниками ДТП стали только два водителя. Второе условие – это то, что оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО. Третье условие – в ДТП не должно быть пострадавших ни среди водителей, ни среди пассажиров, ни среди пешеходов. И последнее, четвертое условие – не должен быть нанесен ущерб имуществу третьих лиц. Соответственно, при выполнении этих условий можно оформить ДТП по Европротоколу, заполнив извещение о ДТП и обратившись за выплатой в страховую компанию. Извещение о ДТП на сегодняшний день можно оформить как в бумажном виде, так и в электронном, используя приложение госуслуги авто, а также приложение страховых компаний. При этом в зависимости от обстоятельств ДТП отличается максимальный размер выплаты по ОСАГО по Европротоколу. Так, если осуществлена фотофиксация места ДТП и оба участника ДТП согласны с обстоятельствами аварии, то в этом случае максимальная выплата по Европротоколу равна обычной максимальной выплате по полису ОСАГО, то есть достигает 400 тысяч рублей. Если же участники ДТП произвели фотофиксацию, но при этом у них есть разногласия по обстоятельствам аварии, либо наоборот, разногласий нет, но не произведена фотофиксация места ДТП, то в таком случае максимальная выплата по ОСАГО по Европротоколу составляет всего 100 тысяч рублей. Если же ситуация такова, что нет и фотофиксации, и есть разногласия у участников ДТП, то Европротокол по закону вообще нельзя оформлять, то есть нужно, как обычно, вызывать ГИБДД и дожидаться приезда автоинспекторов, чтобы в обычной стандартной форме оформить эту аварию. Летом еще прошлого 2023 года в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому предлагалось в два раза увеличить минимальный лимит выплаты по Европротоколу, то есть вместо 100 тысяч предлагается увеличить лимит до 200 тысяч рублей. В мае 2024 года был получен положительный отзыв правительства на данный законопроект. 11 июня 2024 года данную инициативу рассмотрели в профильном комитете Госдумы, это комитет по финансовому рынку. Профильный комитет в целом концептуально эту идею поддержал, выдав лишь одно замечание, одно связано с риском увеличения количества мошенничеств по ОСАГО. Для того, чтобы снизить этот риск, профильный комитет Госдумы, так же как ранее Российский союз автостраховщиков и правительство в своем отзыве, предлагает дать всем страховым компаниям доступ к камерам фото-видеофиксации, расположенным на дорогах. В целом данный законопроект профильный комитет поддержал, вместе с тем оформление документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции и без фиксации и передачи данных о таком происшествии в автоматизированную информационную систему ОСАГО несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий. В связи с чем комитет считает необходимым при доработке законопроекта ко второму чтению предусмотреть расширение возможности доступа страховых организаций, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, к документам и информации, в том числе зафиксированным работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, которые связаны с наступлением страхового случая и необходимы страховым организациям для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения, говорится в заключении профильного комитета Госдумы. С учетом этого замечания, профильный комитет Госдумы данный законопроект поддержал и рекомендовал принять его депутатам при рассмотрении в первом чтении. Согласно актуальной информации, в базе Госдумы первое чтение данного законопроекта запланировано уже на 18 июня 2024 года. Напомню, что сейчас в базе Госдумы также находится внесенный под Новый год законопроект о ежегодной индексации размеров выплат по ОСАГО по обычному ДТП, то есть не по Европротоколу, но его рассмотрение пока что до сих пор еще не состоялось.
Вот такая вот информация. А если вам нужно купить или продлить электронный полис ОСАГО, сделать это вы можете по ссылке в описании. Там вы сможете, введя один раз данные, получить предложение по ценам сразу от 17 крупнейших страховых компаний России. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, информация была для вас полезной, интересной. Что вы думаете по этому поводу? Своим мнением вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Чтобы не пропустить следующие видео, самое время подписаться на этот канал, а также на мой телеграм. Ссылка также будет в описании. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!